Всем привет! Мы сегодня снова на проверке ловушек на бронзовок. Прошло больше недели немножко. Вот выбрался я, жара стояла хорошая. Надеюсь, вылетели те, которые мне интересны. Сейчас 27, с утра уже парит. Прошлый раз я проверял уже через пару дней после установки. Попались только мраморные. Ну, надеюсь, за неделю вылетели и гладкие, большие. Сейчас пройдемся, посмотрим, что там есть. Может, брашка уже вся испарилась. Подходим к ловушке. Сейчас подойду, включусь. Вот и наш первый дуб. Ловушка висит. Сейчас посмотрим, что там есть. В первой ловушке у нас только шершни, мухи, да всякие совки. Особо ничего интересного. Не буду сюда подливать. Пойдем проверять дальше. Подхожу к остальным двум ловушкам. Заметил вот бобриную плотинку. Вот такая вот. Перекрыл старицу, ручеек, который в речку выходит. Подхожу вот уже, вот как раз от плотинки ручеек текет. На той стороне в прошлый раз щитней нашел, но сейчас что-то воды больше, светлое, свежее все. Надеюсь, ту неделю ночевал, не сорвали мои ловушки. Одна вот она висит. Странно, никого нету. Сейчас посмотрим, что тут у нас здесь. Но веревка болтается. Снял я ловушку. Бронзовки есть, но одна мраморная. Возьму всех. Сейчас разбираться не буду. Сейчас буду их доставать. Вот такая кучка попалась. Сейчас заберу ее. Подходим к третьей. Что удивительно, одна мраморная попадается. Но я тут в детстве провел много времени. Ее никогда не встречал. Только обычные золотистые. Ну, так же, как и афинис, и гладкую. Поэтому стоит проверять. Вот она висит. Никто до сюда не добрался. Сейчас я ее спущу. Посмотрим. К сожалению, тут тоже одни мраморные бронзовки. Почему-то даже обычных нету. Аурата-урата. Странно. Сейчас достанем. Третью проверил. Пусто. Я, как обычно, второй раз уже попадаю под грозу. Гремит. Мне еще сюда идти. Две ловушки проверять. Поэтому надо ускориться. Тут уже до неосмотра деревьев. И навряд ли что-то будет сейчас перед дождем летать. Поэтому только посмотрим. Идем на обходную дорогу, которая была заросла, потому что там воды много, надо вброд переходить, а мне неохота. Так, посмотрим, кто тут на мотоциклах катались.
тут еще от росы много. О, крапива уже за неделю выросла почти по пояс. Трава стояла, весна холодная, и жаркие деньки, растительность быстро наверстала. Даже зонтичные вот уже распустились, хотя их не было. Идем дальше. Так, предпоследняя ловушка у нас. Вот тучки побежали, ветер поднялся. Думаю, смысла высматривать уже на стволах нету. Вот она моя ловушка из найденной полторашки. Тут немножко доп текет, но никого нету. Сейчас я ее сниму, посмотрю, что там есть. Тут битуком всего подряд. Но походу тоже все одни мраморные. Нужных мне нету. Сейчас поковыряюсь. Подходим к последней ловушечке. Байдарочник встретился. Поплыл по речке. Такая тут красота. Только тучки. Жара, конечно, тоже плохо, но в жару жучки бывают. Не в самое пекло, но все равно. Вот она моя последняя ловушка, где я поймал гладкую бронзовку. Ну что-то не везет, не везет. В прошлом году в это время, чуть попозже, на 2 дня, я поймал еще финисов. Сейчас посмотрим, что здесь. К сожалению, здесь тоже одна бронзовка. Странно, нету даже ни аураты, ни металлики. Только одна такая. Ладно, будем забирать. Возвращаюсь я уже назад. Так по дорожке забежал осмотреть. Кое-где дуб начинает течь, но ничего возле него нету. И меня уже гроза настигает. По чуть капает. В этот раз опять не повезло с поимкой редкого жучка, но в этом вся суть, что не всегда везет. Будем продолжать наблюдать этот сезон. Надеюсь, что-то будет. Спасибо всем. Я пошел в сторону Тунас Ландыш. Ты тут. Всем пока.